I-O-A-E-I-O. За півроку в Телеграмі так вже їде від новин. Всі канали видаляю, залишається один. Кто ведет его, не знаю, но походу он крутой. Говорят, что он военный, может даже холостой. Он понятно объясняет, да и с юмором все ок. Свой канал он называет Николаевский Ванек. Всем известный паренек Николаевский Ванек. Многим он уже помог Николаевский Ванек. Я новини узнавала з телевізору по Марту, але раз на вечір мало, задовбаєшся чекати. Взяв у мами я мобілу, кое-що настроїв мамі, і тепер вона читає ще й Ванечка в телеграмі. До війни у фітнес-клубі людям йогу викладала і про дихання спортивне багатьом розповідала. А теперь я знаю точно, все занятия пропускают. Ведь они сейчас с Ванечком выдыхают и вдыхают. У Ванька повсюду глазки, всюду коршуны летают. И в Херсоне, и в Бердянске за Руснёю наблюдают. Знаешь, где живут солдаты или склад боеприпасов? Высылай координаты за 200 Тарасов. Разрываются снаряды и взлетают до зерок. Он не низок, не высок. Николаевский Ванек. Сможет так, как ты не смог. Николаевский Ванек. Эй, чуєте, орки, куди ви пропхали? То з ким ви були, то з армати гуляли. Типу казаки свою силу кували. Їх воля на півдні зростала віками. Казацькому роду Захар. А, вибачте.